Всем привет, братьям-художникам и тем, кто занимается декорациями. Хочу посоветовать вот такую этажерку. Я себе на Новый год сделала подарок. Увидела вот такую этажерку в магазинчике, где продавали стройматериалы, и там, где для обуви этажерки были. Вот она такая на колесиках, металлическая. Видите, сверху я повесила на обычные торговые кармашки для колготок. Повесила кисточки сбоку. Палитрочка, она металлическая, моется. А главное, на колесиках узенькая. Бывает трех-четырех ярусные. Разные, поуже, пошире. Очень удобно. Вот смотрите, она вот так у меня. Холстики мои. Палитрочка. Я еще любитель подсматривать. Вот так ноутбук у меня сверху стоит, но можно пониже поставить. Кому не хватает. Главное, все краски, вот они. Не надо рыться, искать. Очень удобная вещь. Советую всем. Вот так у меня окультурился мой уголок, где я рисую. Успехов всем!